Тверь продолжает одеваться в праздничные одежды. Во всех районах города устанавливают новогодние ели и светодинамические украшения. Подробности о подготовке к праздникам смотрите прямо сейчас. Главную городскую елку традиционно установили на площади Ленина. Украшенная светодиодными гирляндами, она будет создавать 3D-эффект. На территории центрального района, администрации центрального района, будет установлено еще 3 елки. Одна традиционно у нас будет установлена театра кукол. Мы возвращаем елку к Семи морям. Также елка у нас будет установлена на площади у стадиона «Химик». Иллюминация будет подключена на бульваре Радищева, Тверской площади, проспекте Победы и на Тверском проспекте. Арт-объекты появятся на Трехсвязской улице и на бульваре Радищева. Праздничное настроение создают во всех районах города. Так, Комсомольскую площадь уже украшает светодиодный фонтан и светодинамическая ель. Новогодняя красавица в высоту достигает 14 метров. Около 15 тысяч светодиодов напоминают о скором приближении зимних праздников. Есть несколько видов режимов. В настоящий момент работает такой, но с подрядчиком есть договоренность о том, что до 9 декабря будет установлен контроллер, который будет менять режимы. И впоследствии в вечернее время елочка будет играть разными видами светодиодных конструкций. Подготовка к Новому году идет и во всех парках города. Устанавливаются елки, арт-объекты, ящик для писем Деду Морозу уже ждет малышей в городском саду. Вы можете приходить вместе всей семьей и отправлять свои послания главному волшебнику нашей страны. Он их обязательно ждет, обязательно все прочитает, и каждый ребенок получит обязательно под елкой в новогоднюю ночь свой подарок. В этом году будут залиты 2 катка – в парке Победы и в ландшафтном парке Тьмака. Кроме того, в преддверии зимних праздников в городе проводятся конкурсы по новогоднему оформлению витрин магазинов и частных домов.